27 мая 2014 год, Харьков. Новое какое-то движение началось в Харькове. Вывешивают люди на балконы из окон флаги Украины. Раньше такого не было, не видела такого раньше в Харькове. Не сказать, чтобы это было многочисленно, но опять же говорю, раньше такого не было совершенно. Предыдущие годы я не видел. А тут по всем районам города вчера на основе был тоже. Явление нетипичное, потому обращающее на себя внимание. Люди демонстрируют так патриотизм. Круглосуточное проявление патриотизма. То есть помимо того, что столбы вдоль трасс, улиц раскрашивают национальные флаги, так еще и из балкона вывешивают. И, конечно, радует.